дает, да? Весь вау-эффект. Хотя вообще намного тусклее все это происходит. Так, девчули, с работы прибежала, быстренько-быстренько забежала в провиант. Надо готовить ужин. У нас будут шампиньончики. И шампиньончики я потушу. Сливок нету, забыла купить, но у меня дома есть сметана. Куриное филе. Немножко добавлю лучка, морковки. Все это дело потушу. Отварю рис и будет салатик. Я взяла айсберг. Помидоры на веточке. Такие красивые, свеженькие. Помидоры на веточке. Огурчики. Салатик будет свежим. Ну, муж, конечно же, все равно взял салатов. Поэтому мужская мечта с опятами. Ветчиной, там еще с чем-то, я уже не знаю, с яйцом. И охотничий. Тут говядина, соленый огурец, лук. И омлетик, яичко такое, как блинчик. А, вот. И тортик черничный, вот такой. Бисквитный, с маком, с кремом. И черника сверху залита. Так что будем готовить ужин. Приготовим ужин быстренько. И, наверное, молчаливенько. Так, я порезала куриную грудку, помыла ее, порезала. Отправляем на сковородку. У меня беда, у меня сломался штатив. Даже не представляю, как сейчас это все быть. Не знаю, сможет ли муж мне его поремонтировать. Придется, наверное, новую покупать. Так, куриную грудочку нашинковала. Пускай она мне теперь обжаривается. Так, я поставила водичку. Буду варить рис. Круглозерный. Длиннозерного не было. Курочка жарится. Шампиньончики я помыла. Сейчас их нашинкуем. Так, отправляем рис. Пусть варится. Так, курочки отправляю свои грибочки. Я их уже... Ой, извиняюсь, девочки. Нашинковала. Поэтому соединяем. Итак. Так, а пока у нас готовится горячее, я быстренько нашинкую салатик. Помидорчик, огурчик, салат айсберг, зеленушка. Так, помидорчик я порезала. Отправляем его в салатницу. Как неудобно, блин. Сейчас буду валять продукты. Огурчик. Да, упади ты уже. Ну... Огурчик, репчатый лучок, все сюда, и салат айсберг. Все это дело отправляется туда. Ой, нафиг. Сейчас. Вот так. Так и вот так. Сейчас заправлю оливковым маслом. Посыплю сольки, и будет вкуснятина. Вот такой вкусный, яркий, солнечный салатик готов. Так, а теперь быстренько готовим подливку. Использую сметану, так как сливок нету, соль
и вот эту универсальную приправу, которую я заказывала на Озон. Она крутая. Вот крышка от нее. Она открывается теперь вот этой крышкой. Все сюда, в эту мисочку. Добавляю водички, перемешиваю и выливаю все это дело в сковородочку. Так, курочка с грибочками уже обжарилась. Поэтому добавляем. И перемешиваем. Все, теперь вот эту красоту я буду тушить. Накрываем крышечкой. Сейчас закипит, и я убавлю газ. Рис уже сварился. Все, ребята, мы ужинать. Курочка готова, рис готов, салатик. Всем приятного аппетита!